Чего? Тут надо прыгать? Да ладно, этот грибок заставляет нас тоже прыгать. Это девчонка. Еще и принцесса и Марио, они просто здесь все шайкой несутся за мной. Всем привет, Мурмяу, с вами котенок Лайк. И сегодня у нас вот такой вот необычный Балди, который превратился в Марио. И все, кто видит это видео, ставьте, пожалуйста, лайки котенку Лайку. Я буду вам очень благодарен, друзья. Ну что ж, погнали, посмотрим. О, какой Марио. Так, слушай. Ну чё, это достаточно прикольно. Такой вот половинчатый Марио непонятный. Те же самые правила. А, смотри, вместо тетрадок теперь звездочки. Посмотри, как его колбасит. Are you ready? Я готов, дружище. Короче, 5, 4. Он так смешно говорит. Прикольно. Очень забавная версия. Балди, давай дальше посмотрим. Слушай, ну автор постарался. Здесь, конечно, все и стены поменял. О, монеточка. Я не пойму, почему только здесь половина Марио, где его вторая часть. Очень забаганный, но прикольный. Так, берем еще звездочку. Но колбасство просто жестко, друзья. Интересно, а персонажи здесь остались те же или нет? Так, это у нас 11. Ну-ка, как он злится? Оу, ничего себе, ты видел, у него глаза загорелись. Так. Слушай, ну звука ударов нету. Ну Марио пинка нам хочет дать, ты видел? Во-хо-хо, он бежит такой, йо-хо. Интересно, здесь Луиджи есть? Что здесь вообще? Кто здесь? Так, двери тоже поменялись. Ага, у нас есть монетка. И есть что-то красное. Что это? Что это такое? Это диск, все понятно. Его, значит, тоже надо будет вставлять в магнитофон, чтобы отпугивать Марио. Видимо, интересно, какая музыка отпугивает Марио. Ага, вот он, кстати, класс. А, смотри, здесь даже персонажи разные. Вон тут дракон зеленый есть. Вот тот чувак, я не знаю, кто это такой. Ага, это замок. Замок, откуда обычно Марио спасает принцессу. Но пока мы никого не встретили, есть деревья, естественно. Ага, это у нас, походу, банкомат. Кстати, мы нашли тетрадь, не банкомат, а этот автомат, который дает газировку. 2 минус 5 минус 3. 7. И опять вот эти сумасшедшие числа, которые ничего нам не дали. Кроме того, как мы еще сильнее разозлили Марио. Йо-хо, написано. Так, подожди, испугал меня. Ага, здесь есть столовая. И давай мы с тобой монетку поменяем. Чё это? Я взять не могу, кстати, эту штуку. И это очень не клёво, потому что Марио очень близко. Заходим, заходим, подожди-ка. Здесь вот еще крутится. Это у нас шоколадка, что ли? Я не пойму, что это переделанное. А, да, вот это шоколадка. Вроде как, давай мы его пробуем. А, нет, это какой-то энергетический шар был, смотри. Подожди, подожди, подожди. Сейчас, что? А, я ничего не могу кинуть. Я что-то съел. А, вот это как раз была шоколадка. Вот это да. Вообще непонятно. Ух, принцесса, смотри. Нас, походу, ловит принцесса и сажает в эту комнату. Прикольно. Ага, 4-3. Так, подожди, у нас же есть это. А, вот эта музыка его отпугивает. И он, кстати, бежит за нами. Ой-ой-ой-ой-ой, я уперся. А, гусеница стоит, гигантская гусеница. Интересно, что она делает? Она исчезла. Это типа носка, я понял. Это носок. Я, кстати, до сих пор так и не разобрался, что делает носок. А, интересно, а кто же с нами будет играть? Кто здесь будет прыгать? У нас закончилась энергия, причем закончилась жестко.
И мне кажется, скоро Марио даст нам знатного пендаля. Так, заходим сюда. Он где-то здесь, я его очень прекрасно слышу. А, это, по-моему, начало, да? Начальные комнаты. Грибочек этот пробежал. Походу, с ним надо играть. Ай, нет, принцесска. Мы ж тут ничего не нарушали. Ага, вот еще типа тетрадочка одна. Слушай, ну прикольно. Достаточно забавная версия. Я слышал, что еще есть версия Соника. Надо будет в нее поиграть. Напиши мне в комментариях, стоит ли поиграть еще в Балди Соника. И пиши в комментариях, как у тебя дела, чем занимаешься. Так. Что-то здесь я уже запутался опять. Идем по кругу. О, это типа ключ вроде должен был быть, да? Ай, принцесса, нет, зачем мы ускорились? Короче, Марио уже рядом, все, нам труба. Мы здесь уже ничего не сделаем, и Марио нас по-любому поймает. Ну да, как тут от него? Просто какой-то треск, и все, и Марио нас схватил, мяу. It's me, Mario. Это я, Марио. Окей, Марио, давай-ка мы с тобой еще разочек попробуем. Hello there. Get ready to move your fingers. Get ready to move your fingers. Смешно. Да. Готовы мы своими фингерсами двигать. Hello there. Are you ready? 1 минус 3, минус 2. Петрус pretty good. 6, 7. И 3. Да-да-да, все нормально, дружище. Сейчас позаберем у тебя еще одну звездочку. If you're ready, go for it. Да, ты что-то мне не внушаешь доверия, Марио. И мне очень жалко тебя, почему у тебя всего лишь половина. 1 минус 2 это минус 1. 7 плюс 5. 6, 7, 8, 9, 10. Все правильно. Ой, нет, какой 10? Что я говорю? 12. И вот так вот. Все, отлично, мяу. Марио мы разозлили. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, это маленький грибочек здесь скакал, который хочет с нами поиграть. Так, ну здесь идет Марио, все понятно. Пойдем с тобой налево тогда сходим. Хотя я любить отходить направо, но сходим сюда. Карта, как я понимаю, осталась такая же, да, друзья? То есть все абсолютно то же, просто поменялись локации. Ага, идет принцесса. Слушай, ну я не бегал, ты не должна меня поймать, но мы должны еще успеть. Да ладно! Мы ж там чуть-чуть только ускорились. Ой-ой-ой, принцесска, чё ж ты наделала? Я тебя столько раз спасал, а ты... Где-то Марио далеко. Точнее, Марио тебя спасал, я тебя не спасал, я вообще не знаю, кто это такой. Чё? Тут надо прыгать? Да ладно, этот грибок заставляет нас тоже прыгать. Это девчонка. Еще и принцесса, и Марио, они просто здесь все шайкой несутся за мной. Мяу. Пойдем в столовую сходим. Так, на монетку мы тогда давай с тобой возьмем колу. Кстати, и вот эту тоже возьмем. И обязательно возьмем шоколадку. Марио где-то пропал, хотя вот он пришел. Да, мы с тобой сейчас съедим шоколадочку и ускоримся. Сюда мы... А, у нас нет монет, что-то я... Так, если что, я в него просто швырну. Я тебя предупреждаю, Марио, если что. В лицо я тебя швырну. Газировку. 3 минус 8. Так. Минус 5. Все правильно. 1. И вот так вот. Кстати, этот код никто не взломал, друзья. Насколько я знаю, до сих пор нету правильного ответа. Создатель игры вроде так и не сделал его. Опа. Подожди, да ладно. Это жесть какая-то. Он застрял в двери. Мы уже никуда не могли от него деться.
Мяу. It's me, Mario. Да, Марио, ты, конечно, крутой. Ну что, это было достаточно забавно. Пиши комментарии, оставляй лайки. Всем удачи, до скорых встреч. Мур-мяу, пока.